миссия британо-узбекского общества, конечно, наладить контакты, наладить мосты между Узбекистаном и Великобританией и представить все стороны Узбекистана британской публике. И я думаю, что сейчас это особенно интересный период, потому что Узбекистан сейчас раскрылся, здесь там столько много интересного, особенно с введением безвизового режима, интерес британцев к Узбекистану еще больше усилился, увеличился. Это можно видеть по количеству рейсов, летающих в Узбекистан. И я сама вижу, что самолеты каждый раз полные, причем они полны именно британскими туристами. Поэтому наша миссия британо-узбекского общества, она очень своевременна. Мы проводим различного рода мероприятия, обычно на месячной основе. Наши мероприятия обычно нацелены на развитие культурного, образовательного и просто человеческого контакта, диалога между Узбекистаном и Великобританией. To welcome His Excellency Saeed Rustamov, David Mitchell, Harun Jomaz, Celine Christian Mitchell and Shireen Jalilova, who will speak and dance. And before I knew it, I was on a plane every month to Tashkent, starting to do proper projects as a lawyer and getting to know the country. I mean, I've been lucky in that I've not only worked in Tashkent, I was in Kashi this week, I was in Kashi last week, I've been in Samarkand, I've been in Bukhara, I've travelled around the country, and I feel that every time I go I learn something new. Sometimes I'm frustrated because the work doesn't flow the way I hoped, but that's always compensated by the fact that I meet people I enjoy spending time with, and I learn something that I find fascinating.